Перископ, который выглядит вот так вот, нам нужно много входных деталей. Для этого закупаются трубы, для этого закупаются уголки. Вот, допустим, уголок. С него срезается угол под 45. После этого сюда на двухсторонний скотч клеится специально вырезанное зеркало. Это уже не важно. После полного высыхания на нее наносятся уже защитные два цвета, которые очень близки к нынешнему времени, хаотическими художественными мазками.